В Думе Республики прошло заседание Общественной палаты. На повестке заседания обсуждались вопросы регулирования работы Общественной палаты и обеспечения контроля за избирательными процессами. Говорилось о том, что в Мордовии не все партии поддержали декларацию о честных выборах. Это спровоцировало случаи, когда представители политических партий занимались не только агитацией, но еще и созданием конфликтов для уничтожения соперников. Секретарь Общественной палаты Наталья Долматова рассказала об изменениях в проекте регулирования Общественной палаты, которые ожидаются в январе следующего года. В состав Общественной палаты не смогут входить люди, имеющие гражданство других стран и членство политических партий. Вопросы ведения Общественной палаты включен уже законодательно на основании российского закона «Общественный контроль за деятельностью территориальных органов». Мы с вами сразу понимаем, что расширяется спектр взаимодействия Общественной палаты также с профессиональными организациями и социальными группами, чего ранее не было в прежнем законе.